Я рад приветствовать всех и вся, кто уже знаком с давеча, вышедшим в свет видеороликом под названием главным образом английское название, говорим, уже стало традицией, kettlebells, dumbbells and в кавычках patents USSR, ну, 1-187-508, 1-347-946, 1-417-889. Russian. И совершить приступление к видеоролику под названием Kettlebells, Dumbbells, Clubbells and Patents в скобках USSR 1-417-589, 1-452-530 в скобках Russian. Вот, пожалуйста, вот эти самые авторские свидетельства СССР. Вот 1-417-589. Вот же, совсем недавно, только-только говорилось о всем. А вот 1-452-530. Вот. Значит, что же следует отметить, что в этом самом вот патенте, вот, почти шла речь, вот он, Германии, как позиция, вот смотрим. Было принято вот разновидность этого. Это фактически комбинированный гимнастический снаряд. Была принята такая разновидность, можно сказать, уже тогда, 1993 год, с гиревой рукояткой. С рукояткой гиревой, однако, вот такой. Два набора сменных грузов. Значит, и что же сделал автор настоящего видеоролика и ваш покорный слуга? Приняв сие именно во внимание, просто обратив внимание, когда экспертиза именно сослалась вот на этот прототип, вот на этот самый патент Германии. Он в архивах Центральной научной технической библиотеки в городе Киеве просматривал это все тогда, в те времена. Вот. Потому что экспертиза именно не высылала тогда именно это прототип. Она просто выбрала прототип, когда авторская свидетельство 1-175-508 выдавалось. Ну что ж, как называется, моталась на ос. И в действие. На мус моталась и в действие пускалась. Что же сделал тогда автор настоящего видеоролика и ваш покорный слуга? О чем же и говорилось. Он как бы когда заявку давал, один пакет грузов один разместил внутри другого пакета грузов. Вот что он сделал. А тот пакет грузов, вот этот внутри, кто он разместил, то есть константно грузовой пакет. Это, скажем, будет смена грузовой пакет, а то константно грузовой пакет. Вот, разместил и так вот технической. Серьезный технический вопрос решил. То есть, вот, скажем, вот этот груз, вот. Он внутри, вот он, скажем так. А вот эти грузы вместе с этой рукояткой, вот они наружу. И чего доброго, еще в том-то и дело, что-то заявил
опираясь на гантель. Даже назвал гантель. А почему бы и нет? Пусть так будет, раз то и было названо. Хотя оно названо несколько иначе. Ну, так вот назвал. А назвать изобретение можно как угодно, в ряде случаев. А там уже экспертиза, если нужно, поправляет. Вот. И вот эти, что же еще? Итак, вот фиксация вот этого касательно-грузового средства сделана. И этого средства. Давайте обратимся вот к чему. В том-то и дело, что вот авторского 1-74-176 тоже это сделано, конструкция, но допустим вот это промежуточное кольцо, вот это вот оно, а рукоятка не здесь, вот, а рукоятка-то вот это не здесь, а вот здесь было. Ну, менее совершенно техническое решение, чем вот это. Но это был этап изобретательской деятельности вашего покорного слуги. А вместо вот этих грузовых стаканов, до которых тогда еще не дошло, оставалось еще 12 заявок. Это была 10-я заявка вашего покорного слуги. Вот какие. И тут мы возвращаемся, это не столь так давно сделано, несколько лет назад, к варианту булавы клабл. То есть именно вариант, только когда булава сделана по принципу, именно патент 1 417 889. Да. Вот это вот. Не будем все это демонстрировать. Раз. Поворот. Делается. Заняты руки. Вот оператор. А с помощью оператора тогда документы показать будет более затруднительно. Так. Так вместо вот этих грузов, скажем, вот эти. Вот. А полость именно. Именно полость. Не такая внутри. Вот. Вот. А другая, цилиндрическая, вот. То есть тот диаметр за 150 миллиметров, а в этом, скажем, порядка 140, 140 на 140. Вот такая конструкция. Так же, как и тут, это именно с некоторым проворотом и делается. Вот это на резьбе это делалось. И прижимная такая шайба, которая фиксировала тень груза. Значит, что же? Вот эта вот гайка, вот она. Фиксировала вот эти грузы. Вот. Вот это константогрузовое средство. А другая именно в прорезь входила и фиксировала грузы. Вот эти вот грузовые диски. Ну, тут грузовые диски равномассовые. Бог с ними. А здесь разномассовые. Так же, ну, как в патенте Германии, да? О котором мы и говорили. А гайки? Да вот они какие. Ну, не буду все по подробности входить. Конечно же, нет. Вот. Всякие-всякие. Вот какие гайки, гайки такие как барашек, вот, но именно сцепляющиеся с шайбой. Ну, вот такая гайка, только, ну, большего размера, но с шайбой сцеплялась. Вот, что можно вкратце говорить. А это то, что... как говорят, называется пироблинкомом. Показалось. Нет, пару видеороликов назад. Да, это такая барашек. То есть фиксация вот этих не было предусмотрена. Так. Вот. А
тут что же можно было бы, допустим, вот этой гайкой, вот, как тут, так само фиксирует отдельно и это. Так же можно, но нет. А в настоящем видеоролике он сделал иначе. Именно с помощью, да, тут были прорези, соответственно, входили и зажимал эти грузовые диски. То есть сменно-грузовое средство прижималось раз, вот, а вот константно-грузовое средство вот это прижималось два. Вот таким образом решился вопрос. Серьезный, технический. Хотя экспертиза выбрала в качестве прототипа, ну давайте на оригинале покажем, нечто другое. Все-таки нас приняла во внимание, что неправомерно названо изобретение, неправомерно выбран прототип. И выбрала уже тогда была так, как таковая гиря спортивная, комбинированная ТУ-27-51-51-480-005-84, артикул 1785. То есть были тогда уже сменные груз, именно гири с переменной массой, которые шли, скажем, от 16 до 32 через 8 килограммов, или от 8 до 16 через 4 килограмма были уже. Так, да. Вот так экспертиза и фактически... То есть ту спортивную гирю, которая так, может, была на грани пионерского изобретения, не была принята. Хотя это была уже вторая по счету гиря, которую изобрел ваш покорный слуга. А первой тоже, да, спортивно-комбинированной гири, которая, скажем, от 16 до 32, тоже сделал в настоящем виде ролика. И лет 8 до 16 была заявкой ранее. Не в всем видеоролике, а в всем видеоролике несем. Да. Нельзя обо всем в видеоролике одном. Так, вот, однако, время нас, что называется, поджимает, подпирает. Будем надеяться на встречу в ближайшие времена. Кто его знает? Да, может быть, даже и в ближайшие часы. С Божьей помощью. А покуда, традиционно, до свидания, до новых встреч.